Международный конкурс скрипачей открылся в Красноярске. Свои таланты продемонстрируют участники со всех уголков мира. Всего профессиональное жюри отобрало 24 молодых артиста из Канады, Японии, Южной Кореи, России и других стран. Оценивать их мастерство будут известные музыканты современности, в том числе и Виктор Третьяков, виртуозный скрипач и почетный гражданин Красноярска. Финал состоится 1 октября. Конкурсанты выступят с Красноярским симфоническим и камерным оркестрами. Победители получат денежные премии, а также эксклюзивный подарок от Виктора Третьякова – смычок работы легендарного мастера Луи Мориза. Появление вот таких масштабных конкурсов, которые представляют все-таки высокую академическую культуру искусства, это приоритетное направление, и мне кажется, что у нас вот с первого же раза получилось, потому что конкурс вызвал повышенный интерес со стороны участников из совершенно разных стран мира.